Строительство и ремонт социальных объектов глава района держит на постоянном контроле. Роман Синеговский еженедельно проводит выездные строительные планерки, чтобы лично оценить сроки и качество выполняемых работ, а также помочь в решении проблемных вопросов. В этом году сразу в нескольких школах Славянского района планируется провести капитальный ремонт пищеблоков. Благодаря участию муниципалитета в государственной программе развития образования и поддержке губернатора на переоснащение школьных столовых из краевого и местного бюджетов будет выделено около 23 миллионов рублей. Капитальный ремонт пищеблоков будет проведен в 23-й школе поселка Целиново, в 56-й школе поселка Рисового, в 28-й школе станицы Анастасиевской и 8-й школе поселка Садового. Глава района Роман Синеговский посетил образовательное учреждение, чтобы вместе со специалистами на месте обсудить объем предстоящих работ, внести необходимые коррективы. Реконструкция пищеблоков предстоит большая. Будет заменено все, от коммунальных сетей до оборудования. Поэтому важно уже на этом этапе обсудить все детали предстоящего капитального ремонта, продумать до мелочей проект помещений, которые должны не только соответствовать всем современным санитарным нормам, но и быть удобными и рациональными в использовании. Помимо пищеблоков, планируется провести и большой объем работ по ремонту самих образовательных учреждений. В частности, 16-я школа нуждается в ремонте третьего этажа. Осмотрев здание, глава района поручила управлению строительства составить смету и запланировать проведение ремонтных работ на этот год, а также сделать тротуар рядом со школой.